Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня я отправился на Верхнюю Губаху для того, чтобы погулять, посмотреть на красоту нашей природы и поснимать. Я на Ниве, на беленькой. Вдалеке виднеются декорации к фильму «Сердце Пармы». Травы уже высохли, конец августа. Какая красота здесь, горы, деревья начинают желтеть, ветерок дует, не жарко. Пойду пройду, там какая-то тропиночка идет на скалу, на хорошую, на какую-то. Вон какие скалы у нас красивые, смотрите, Урал. Иду на скалу, на самый пик. Здесь такая каменистая тропинка. Вон как высоко, какая панорама открывается. Вон, смотрите. Видно все окрестные горы. Тут еще куда-то дальше можно пройти. Сейчас самый-самый крутой вид, бомбезный выберу. Вообще. Вот эта панорама открывается. Речка Косьва сверкает внизу. Горный край, прекрасный край. Такое уютное место для пикника. Очаг сделан, березы растут кругом. Вот такая вот большая береза. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!